От того 9 Б у меня остались лишь воспоминания и старая фотография. Фотография поблекла и расплылась от времени. Иногда мне кажется, что она расплылась от того, что ребята из этого класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть. И черты их растворило время. Я человек очень счастливый. Очень счастливый. Вот сейчас ощущаю, что я счастливый человек. Я 24-го года рождения. От моего поколения после войны оставалось 6%. Сейчас я не знаю, остались ли они вообще в живых. Если остались, то очень немногие. Я счастливый человек, потому что я уцелел. Иногда мне снится 14 марта, это день моего боевого приземления. На какой пологий берег, замерзший ручей вот впереди, тут обрыв очень резкий. Я ребят когда собрал, я сказал, ребята, смотрите фотки, сейчас убежим к командиру, он разовет. Свисток слышен был. Только не загремите, потому что немцы немедленно откроют огонь. Убежали все, я первым завернул за угол, ничего не помню. Одну вспышку перед глазами. Я нарвался на растяжку на минную. Меня оглушили. Я лежал в госпитале в Костроме. Вылечили, я сначала ничего не говорить, ничего не мог. А потом еще все постепенно вернулось. Хотя и сейчас вот в старости это возвращение тех болей, которые по твоей вине, или не по твоей вине, но вообще претерпело твое тело. Вот я стал не очень ясно говорить. Я стал очень скверно слышать. И у меня вот иногда очень схватывает левое плечо, и там, куда я треснулся тогда. Но я счастливый человек. Я прожил довольно длинную жизнь для того, чтобы начинать о ней задумываться и чего-то такое там в ней выискивать. Издательство «Лагриус», я написал «Век необычайный». Ну, они, знаете, такие книжки у них биографического характера. Я очень хотел называть «Век чрезвычайный». Но поскольку «Лагриус» мне понравилось, я его назвал «Необычайный». Хотя на самом деле 20 век для России был веком чрезвычайным. Я думаю, что таких потрясений, какие случились с нею, она никогда не пережила. Ни в каком нашествии. У нас всегда были
перебои с чем-то. И я думаю, что это перебои были сердца России. Это Россия сбилась с нормального ритма, которым она жила. Если есть перебои сердечные. Очень опасный для народа, для всего населения, для всех нас. Я очень хорошо помню свое детство. Мне очень повезло с бабушкой. Она была чудовищно взбалмошным человеком. Она влетела, одна страшно радостная, и сказала маме: «Эля, я поступила в 15-ю синагогу, билетершей». Неподалеку от нас, все у нас там полквартала от нас, действительно была роскошная совершенно синагога, которую в пылу борьбы, значит, тоже отобрали и ее переделали под кинотеатр. И она устроилась под билетерш. Она была с собой, брала свой венский стул и растрепанный какой-нибудь очередной роман «Пансон дю Тиралья» на французском языке. Усаживалась в проходе, и надо было только ждать мгновения, когда она углубится в книжку про Рокамболя очередного. И вот нужно было мимо него, не задерживаясь, мимо нее спокойно проходить туда. Если застоял в дверях, она с удовольствием поднимала голову и говорила: «Мальчик, ты ему мешаешь читать». Но мы приловчились и ходили туда, и Бог весь счет там не насмотрелся. Если объяснить самую любовь к кинематографу, которую я люблю до сей поры. Но тогда я смотрел бессистемно все подряд. Это было не мое кино, но я был в полном восторге. Я смотрел какую-то Клеопатру, как какого-то Спартака. Это в известной степени тоже определило такое-то мере пристрастия мои. Я кино люблю до сей поры. И не скрываю этой любви. Не другие совершенно интересы, не другая психология, не другое мировоззрение. Они все безнравственны. Нет, нравственных властей не существует в мире. Потому что я анархист, потому что действительно так. Понимаете, они даже вынуждены принимать решения безнравственного характера. А что поделать? Им нужно управлять, руководить. Нужно, чтобы у нас жило получше. Значит, нужно кого-то сажать, кого-то зажимать, кого-то не пускать. Мы представлены были полными рабами, абсолютно. Я кричал: «Да здравствуй, товарищ Сталин!» На всех митингах, которые только существовали, все кричали. И я кричал, я про себя просто говорю. Я верил в это, в него, верил. Он сумел меня внушить веру. И очень многие верили, а те, кто не верили, те боялись. Мы были мгновенно запуганы. Если страна противостояла своим доносчиков, нужно первым было донести. Вот донес первым, уцелел, а может и нет. Пустите! Пустите! Искра! Искра, вставай! Искра! Что? Ой, Зинка, ты чего? Арестовали Люберецкого. Кого арестовали? Отца Вики Люберецкой. «Завтра была война». Есть такая заводила в классе, в их 9-м Б, годочном, которую зовут Искра Поляк. Искра Полякова, то есть.
Искра выдуманное имя, Изори выдуманное имя. Только Искра Полякова, а это Полик. А это она, и ее характер. Властный. Я отзывчивый. Все вместе. Она командует парадом, помните? И она всех утешает. Она играет первую роль, первую скрипку. Вот это Зори. Это Зоренька. Вообще, надо сказать, что Борис Васильевич писал с близких людей в основном. Вот с меня он писал Искру Полякову. Даже фамилия моя девичья Полик. Мы учились вместе. Боря был увлечен совершенно другой девочкой на курсе, отнюдь не мной. А я была увлечена другим мальчиком. Вы не думаете, что он был такой яркой личностью на курсе? Отнюдь нет. Троечник заурядный. Все, экипажи по машинам. Ну, ты хоть что-нибудь знаешь? Я. Но ты не расстраивайся. Ладно, вызову к доске, будь серьезнее. Если я моргну левым глазом, значит, все правильно отвечаешь. Ну, а если уж правым... Эх ты! Оба были членами комсомольского бюро. И вдруг такое позорище. Двойка. Естественно, я предложила свои услуги, чтобы вытащить его из этой двойки. Тем более, что я чуточку чувствовала, так сказать, свою вину, потому что ведь действительно, если бы он ответил по тому билету, который был украден ребятами из отделения, которые сдавали раньше, то он, вероятно, ответил все-таки. А тут я, значит, встала в позу и занялась такой, несколько, прям скажем, демагогическим таким выступлением. Но в результате билет был порван, и пришлось получать двойку. А ты не обидишься, если я... Ну что, Саш? Нет, ты наверняка обидишься. Ну, я не обижусь, Саш, ну что, ну говори. Давай поцелуемся. Ну вот, ну я же ведь просто так. Я очень счастливый человек, потому что я женился по любви, и эта любовь не прекращается до всей пары. Мы живем с женой, продолжая любить друг друга. Вы понимаете, я всегда старалась все-таки быть тоже самостоятельным человеком, личностью. Поэтому я вот работала всю жизнь. И я старалась работать так, чтобы ко мне относились уважительно. Понимаете? Не потому, что я жена Бори Васильева, а потому, что я Зоря Васильева. Жену Бориса Львовича зовут, по-моему, ну как-то вот он ее называет Зоря. По-моему, он просто на какой-то, на первой читке или как-то, вот он просто вот обронил, что вот жену зовут Зоря, а Зори здесь тихие, что, ну вот это специально закодированное такое в названии ее имя. Мы с моей супругой Зоей Васильевой сочетались браком, официально выражаясь, в 12 февраля 1946 года. Мы еще учились в академии оба носили шинели, ехали до трамвая, никто нас не сопровождал, никакой фаты не было. Зоря была в гимнастерке, как полагается, в погонах, в брюках и в шинели. Я прекрасно помню, как мы ехали на трамвае, да. Это было забавно, было очень холодно, по-моему. В тот день я был без перчаток и держался за поручень. Там стояла нищенка у двери ЗАГСа этого. И она прыгала перед окном, пока мы там расписывались и всякие там документы подписывали. А она прыгала перед окном и крестила нас. Я думаю, что она крестила нас не зря. Хотя я атеист по душе, но я в эту чертовщину иногда верю. Помню эту нищенку, которая нас благословляла. Помню, как мы с Борей спорили о том, что я не хотела менять фамилию.
И потом женщина, которая нас расписывала, сказала, ну хорошо, я сделаю небольшой перерыв, а вы пока разберитесь. Мы приехали домой, и туда приехали ребята вот наши, кто не успел уехать на каникулы. Все приехали, причем сначала посетили Елисеевский магазин, у нас были эти самые лимитные карточки. Вот по этим лимитным карточкам получили то, что можно было получить. Это была вот такая пирамида из тортов и чемодан шампанского. Так и отмечали. И тоже никого уже нет. Вот, и тоже никого уже нет. Ужасно. Сегодня в 12 часов дня по радио будет передано важное правительственное заявление. Комсомолец. Я был заместителем секретаря партийной комсомольской организации школы. 17 лет был послан в такие отряды, организован комсомольские отряды по обеспечению вывоза ценностей и архивов из тех мест, которые могут быть заняты немцами. Я в составе этого воронежского отряда и поехал. И эшелон нас привез в город Красный, это по Днепру. Самый западный город в Смоленской области. Когда мы туда приперлись, нам вылетел какой-то разъяренный полковник, говорит, какой к черту вывозить, что вывозить? У меня во второй линии окопов 6 солдат на 8 метров. Выдай всем винтовки и в строй. Всех мобилизую. На третий день мы уже лежали в этих окопах. И была какая-то разведка боем. А мы лежали в кустах и думали, как бы нам тут перебежать. Немцы десантуют по себе. По ним открыли огонь, и немцы заметались маленько, хоть коляску подбили у них. И вот тогда мы рванули. Война – это не только когда стреляешь, война – это когда уходишь от выстрела смерти. Это же тоже война. Кое-что не денешься. Окружены такие же, даже еще хуже, чем солдат. Потому что окружение достаточно, ты одного ранения, и ты погиб. Ты кровью сочишь. Кто тебе поможет? Никто. Ну, мы прорвались. А на другой день, значит, всех в особый отдел, кто перешел-то, я пришел к майору НКВД. Я сказал, знаете что, вот комсомольство берет по справку из школы, и вот телефон. Мама очень волнуется. Ну, скажи, что я жив. Он говорит, ага, любопытно. Через день он меня вызывает и говорит, ну, с мамой все в порядке, я позвонил. Отец на фронте действительно. Она очень тебя ждет. Вот тебе литер выписан. А если на поезд, поезжай. Или нет, не поеду. А как поедешь? Или, ну я в тылу был, я с немцами воевал, как мог. Я в них стрелял.
Они у меня стреляли. У меня опыт есть, как с ними. Я знаю, как они стреляют, знаю, как они ездят, знаю, как они убивают. Знаю я это все. Зачем же у меня с таким-то бесценным грузом? Все равно же призовете через полгода. Он сказал, ну, конечно, призовем. Я думаю, сейчас, пока у меня опыт этот есть. Он говорит, кого ж ты хочешь? Вы сидите, что ли? Я говорю, нет, это долго слишком будет. Полковая школа моя. У меня полковая школа под Липецк. Когда я почувствовал, что мне пора писать книгу, в общем, о войне, то я перечитал, ну, в то время мы запоем читали, лейтенантскую прозу, мои ровесники писали все, с которым я был прекрасно знаком. Это Бондарев, Быков, Кондратьев, вся эта плеяда. И я читал, а моя война была другая. Я вдруг понял. Ну, естественно, у каждого своя война. Для меня, например, я не была на фронте, но для меня была война в тылу. Это одно восприятие. У Бори было периоды окружений, вот первые месяцы войны. Это другая война. А третья война, когда окопы, когда атаки, когда это совершенно другая. То, о чем пишут Бондарев, то, о чем пишут Бакланов, это уже другая война. У них там танки вперед, клинья, у них там артиллерия, а у меня окружение 41-го года. Я подумал, кстати, об этом, вот о такой войне. Сначала у меня были отбившиеся от частей солдаты, я даже начал писать. И через две страницы понял, ничего не получится. Это обычный будет очередной такой военный боевичок. Плохой, хороший, но... А что если девушки там идут? Женщины? Все это перечеркнул, начал заново. И сразу появились и играли девочки. Конечно, мастер невероятный, потому что эти шесть девочек совершенно разные, разные характеры, разные социальные слои. Женька гарнизонная, такая дочь командира, Бричкина, Белоруссия, такая молчаливая, такая женщина, созревшая, но боящаяся. Тихая, целомудренная, Гурвич, девочка совсем из еврейской семьи, такой напуганный ребенок. Думаю, четвертак. Ну, они все разные, все классно совершенно написаны. Когда Борис Ильич написал «О зоре, где стихи», мне кажется, что какое-то значение имели вот те девочки, которые вместе учились с ними. Потому что это вдруг были девчонки, оказавшиеся в армии, понимаете? Хоть и не на фронте, но которые не пасовали ни в каких ситуациях. Никогда. Не позволяли себе этого. Именно потому, что женщина. Я снимаюсь в фильме «Офицеры». В это же время у нас в театре репетировали «Зори тихие». Я играла Женьку Камелькову. У меня весь год был такой под Васильевым. Трудились хорошо, потому что я помню, особенно как в гастролях, там в этой же в Перми, жаркий театр, и все это, а с этими и поползаешь в этих, и в сапогах, и в гимнастерочках, и во всем, и с этими, с портянками, с его командами. Там кончался спектакль, эти все гимнастерки мокрые все спины, все, и мы только добраться до душа. Мокрые, но счастливые. У Жени другое, чем у меня, отношение к своей внешности. Женя понимает, что она красавица. Ой, Женька, ты русалка. У тебя кожа прозрачная. Хоть скульптуру лепи. Такую фигуру в обмундировании паковать. Вспоминаю сцену в бане, себя там. Она говорит, Женька, ты красавица. И я как бы так стою, так гордо, горжусь. И если это надо было использовать во имя спасения жизни других, почему бы нет? Почему бы нет? Защищать свое отечество нужно.
красавица, ты не красавица. Хватит с огнем играться! Хватит! Одевайся! Уходит унижение! Уходит! У меня простыли, господи, боже! Чуть не директивно. Ну, ставьте хоть бы живых в одном. У меня здесь так будет пощадным был. Я вы немцев видели в глаза десантников? С ними только Восков может драться, потому что он такой же змей, как они. Только он и может с ними справиться. Они не могут. Не могут они. При всей своей отваге, все, что хотите. Чему, ну, не могут они просто. Десантник немецкий специально готовился к ближнему бою. Специально готовился. И с ними, упаси бог, стоит один на один. Я хорошо от них побегал по Смоленским лесам. От них нужно бежать, сломя голову. Да, она героически как бы погибает, да? Ну как героически погибать? Как играть героически погибать? Я говорю, давайте я буду петь «Интернационал», вот там стоят трое передо мной огромных мужчин. Мужчин просто даже, вот женщины и мужчины. Фашисты они там, это уже второе дело. Я говорю, давайте я буду петь «Интернационал», вот так, назло им. Потом я говорю, нет, давайте я по-немецки буду петь. И мы мучились с Ростоцким оба. Ну идите сюда. Ну, идите, идите. А, боитесь. Гады! И тогда он мне сказал замечательную вещь. Она боится. Понимаете? Вот как бы героически, да, но она боится. И когда я это поняла и стала перебарывать этот боязнь и не показывать ее, тогда стало что играть, и все встало на место. Она молодая, она не хочет умирать, она боится их. Но никогда этого не покажет. И тогда вот получилось. Все мои друзья умерли. От ран там, я не знаю чего, но умерли. Фронт беспощаден. Это печально, но это естественно более-менее. Но забывать еле-еле живущих сейчас стариков, которые честно проливали свою кровь за нас с вами. Ребята, это же было действительно. Россия стояла на краю гибели. И спасли нас в конечном итоге. Да, миллионами напрасных жертв. Нас спасли. Что касается моего батюшки. В 14 году он был мобилизован в школу прапорщиков, будущим там, не знаю, чиновником администрации города, мелким. Кончил школу прапорщиков, а на фронте уже получил поручика. Он воевал, в общем, во всех армиях, которые мы знали тогда, в столице. Так что в этом смысле ему повезло. 4 ранения и большое тяжелое очень отравление газом. На Балимовском выступе в 14 году немцы впервые применили хлор. И он надышался этим хлором. В общем, он от этого и умер. Он потом всю жизнь кашлял. Он всю жизнь задыхался, когда приступы такие были, они такие. Так что хлор остался с ним. Все наши ранения остаются с нами.
А Лев Александрович был очень занятный человек. Когда он демобилизовался, я помню, мы решили сказать, что мы ему купим гражданскую одежду. Мы ему купили костюм, туфли. Ну, и к нашему приезду он все это одел. И тут же, довольно скоро, он споткнулся, упал и сказал, что все, с этим делом покончено, потому что в туфлях он ходить не может. Ходить нужно только в сапогах. И вес опять в военную форму. Кстати, Буренёв кое-что в этом смысле позаимствовал. Тоже любит сапоги. Знаете, я искренне очень, действительно, люблю фильм офицеров. Это удача. Большая удача очень. Я очень дружил с Жорой Ематовым. Очень дружил с Жорой Ематовым. Вот до Жоркиной смерти внезапно. Я сказал Володе Роговому, что вот лучшего там героя, чем вот Жорка Ематов, нам с тобой не найти. Merci. Он посмотрел, говорит, да, я пробовать будем, его обязательно пробовать. Я говорю, Жор, поехали со мной на дачу к отцу. Говорит, поехали. А зачем? Говорит, вот так вот. Поехали. Ее повез туда, Жорку. А ему сказали, что отец вот полковник, вот, вроде тебя, вот, ну, это герой будущего. Вот так приглядись. И Жорке, Жорка за ним все время следил. И у него осталось очень много, он хватал чисто приспособлений отцовских. Он тоже закуривал, как курил отец во время. У каждого манера своя, прикуривать, закуривать. Как по-особому спички держит. Вот я смотрю на картину и всегда отца вспоминаю. Он сумел передать что-то отцовское. Сумел. Танкист, ожог третьей степени. Любовь Андреевна, документов нет. Конечно, это представление об идеальной офицерской жене. Я думаю, так меня военные любят, потому что они все время поучают своих жен. Вот, вот настоящая офицерская, вот, Люба Трофим, вот какой ты должна быть. Я боялась, что женщина меня возненавидит. А жену зачем привезли? У меня 300 бойцов. Общая казарма, общая баня. Ну, товарищ командир. Дам сопровождающих 3 отпуска. Отвезете в город. Говорят, вот, офицерская жена, крашеная, все интересы, это военторг там или что, и посмотри, что у соседки мебель, чтобы у меня была не хуже или что-то такое. А ведь действительно переезжают каждые 3 с места на место. Все равно женщина хочет, она же не приезжает на 3, а ладно, все равно через 3 уезжает. Она только налаживает, она только устраивает. Для этого, конечно, нужно терпение колоссальное, и есть такие женщины. Устала я, Алексей. Понимаешь, устала. Всю жизнь я только и делала, что ждала. Ждала, когда ты дрался с басмачами в Туркестане. Ждала, когда гонялся за бандой Кудряша в Волгоградских степях. Ждала, когда валялся в госпиталях, когда учился, когда уезжал в командировки. Я только и делала, что ждала. И дождалась. Вечером ты приезжаешь, а утром заявляешь, собирайся. Куда собираться, Алексей? Хватит. Мне надоела казенная мебель с инвентарными номерами. Я в Москву хочу. Понимаешь, в Москву. Если ты не можешь считаться с нами, пожалуйста. В конце концов, мы уже привыкли жить одни, и мы... Когда едем, Алеша? Послезавтра, Любаш. Собирайся. Он же не мог так спокойно в могилу уйти, наш прошлый учитель, так и Сталин.
Он настроил последнюю провокацию. Помните знаменитую борьбу с космополитизмом? Мы тогда служили на Горском автомобильном заводе. Мне предложили прочитать доклад о вереях убийцах наших великих вождей. Я говорю, почему мне именно? А ты-то лучше знаешь, мне сказали. Намекая на то, что у меня жена еврейка. Я сказал, нет, такой доклад делать не буду. Я ведь еврейка. И поэтому, когда вот начались все эти дела врачей в белых халатах, и вот это все мне было очень трудно. Очень трудно было, потому что сестренка моя, которая у нас с нами жила и у нас воспитывалась, она училась в мединституте. И она приходила совершенно измученная и разбитая оттуда с занятием, что вот такого-то профессора выгнали, вот так про такого-то говорят гадости, вот то-то ужасно. Я уж не говорю о том, что ее мы просто встречали, когда она ехала из города, потому что мы боялись всяких эксцессов, а они были. А на заводе, когда стоишь в толпе на митинге и слушаешь, что всех евреев нужно выселить в Сибирь или уж в крайнем случае переселить из каменного фонда в щитовой, в барачный, неуютно. Я в это сразу не поверил. Не только потому, что отец моей жены Зореньки медик. И потому что это единственная профессия, которая дает клятву. Не навреди. Единственная. Больше нет профессий с клятвой. Кто ж нарушит из медиков клятву? Ну что? Так не бывает. Вот это все началось. И сначала меня исключают из партии, потом суд офицерской чести. Все посыпалось. Все было понятно. Это прямая дорога. Концлагерь. Хорошо, если. Меня из партии исключили. Из родной партии. Неправда! Тебя исключила только первичная организация. И не распускайся, пожалуйста, слышишь? Мы красные кавалеристы. И про нас блинники речистые ведут рассказ о том, как ночи ясные, о том, как дни ненастные. Мы смело, мы гордо в бой идем. Где идишь, буденный нас смелее в бой. Пусть гром гремит, пускай пожар кругом. Мы беззаветные герои все, и вся-то наша жизнь есть борьба. Потом вдруг скорбная вещь, невероятная. Сталин перекинулся. Бог куда уже отдал. Для меня раз было. Невероятное. Невероятное раз было. Меня это спасло от очень больших неприятностей. И все заглохло. Смотрите. Во все глаза. Смотрите и запомните. Убивает не только пуля. Убивает дурное слово и скверное дело. Убивает подлость и трусость. Убивают равнодушие и казенщина. Запомните. На всю. До свидания, друг мой! До свидания! Милый мой, ты у меня в груди! Предназначенное расставание обещает встречу впереди! Стать! Ты устроила панихиду на кладбище? Ты? Мама! Молчать! Я тебя предупреждала! Я тебя Мама! Предупреждала! Я тебя очень люблю, но если ты еще раз ударишь меня, я уйду насовсем, слышишь?
1974 года я служил в армии. А потом я извелся по собственному желанию. Я не хотел больше в ней сложиться. Боря об этом никогда не говорит. Но ведь в Бориной семье-то не очень к этому хорошо отнеслись. Ведь Лев Александрович... Да, он не мог бы и простить, что он бросил. И когда я пыталась его убедить в том, что, ну, понимаете, ну, он же способный, он талантливый человек, ему писать надо. Он мне говорил, после работы. Вообще для нас трудное время было. Трудное не в смысле того, что вот товарищ Хрущев нам все такое глаза до света Божия открыл, нет. А просто чисто экономически я писал. Ну, пьесу мою первую запретили, на второй премьере она была запрещена в Центральном театре Советской Армии. И все равно я продолжал заниматься литературой, у меня было дело, Зоря в это дело верила, мы жили на ее зарплату 86 рублей, и у меня проблема была покупать еще пачку сигарет за 7 копеек или повременить. Ну что, все же так жили тогда. Я знала, хоть во имя чего все это делается, понимаете? Я знала, что мне нужно, чтобы Боря мог работать над тем, что ему интересно и что действительно ему дано. Надо верить в себя, в свои собственные силы, прежде всего, в себя, а потом туда. Потом попросить помощь, если тебе будет нужна, у друзей. И только, в которых ты убежден. Это есть определенное такое у меня кредо в жизни. Я вообще не люблю просить. Это запрещено было мне просить никогда. Просить отец меня запрещал с детства. Чего бы то ни было, нельзя и все. Запрет, табу. Не надо лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100? А дело не в том, сколько лет. А... В том, Саша. Как хорошо, когда... Вокруг одни старики, да? Каждый держится за свою больную печенку. Так аккуратненько старается дожить. А вот подумать о том, чтобы просто жить, никому в голову не приходит. Нет, это не для нас, Саша. Мы самая молодая в мире страна. И ты никогда не смей становиться стариком, понял? Понимаете, я уже старый человек. Я помню Россию еще очень... Молодой, сильный, задорный, веселый. Несмотря на все страшные беды и все прочее. Очень много в тебе живет существ. Вдруг выясняется, что в тебе живет очень много жизней. И у всех, наверное, живет очень много существ внутри, душ. Вот они там, души эти, разные совершенно. Метущиеся, одни гневливые, другие, в общем, наоборот, слезливые, третьи еще не упорные, четвертые еще какие-то еще. Все в тебе должно быть. Все в тебе живет. Померли они, все, ты как писатель кончился. Они больше не звучат в твоей душе. Вдохновение – это и есть зов души. Вот оно, его не надо ждать, оно приходит само. Оно приходит во время работы, только время работы. Когда ты загорелся, хочешь сделать, что-то вдруг вспыхивает неожиданно, совершенно загорел душа, не твоя, душа другая. Какие слова писать? Как он говорит, этот герой, был не похож на меня, а был другим. Вот тогда начинает звучать душа. И ты его только под диктовку и пишешь, слушай, просто стекает все.